Всем привет! Вы на канале Рецептко, и в этом видео мы приготовим вместе с вами очень полезное, быстрое и простое в приготовлении печенье. Для приготовления нам понадобится овсянка. Я взяла мелкого и крупного помола. 100 грамм мелкой овсянки и 70 грамм крупной овсянки. Затем нам также нужно 2 банана, 35 грамм орех и 1 столовая ложка меда. Также количество всех ингредиентов вы можете найти внизу в описании. Первым делом мне нужно измельчить орехи. Орехи вы можете брать абсолютно любые. Это может быть грецкие, кедровые. Затем очищаю банан. Выкладываю в тарелки и при помощи вилки разминаю его в пюре. То же самое проделываю и со вторым бананом. В роли подсластителя я буду использовать мед. 1 столовой ложки будет достаточно. Конечно, если вы не хотите использовать мед, то можно взять сахар. Отправляем банановую смесь к хлопьям, все хорошо тщательно перемешиваем, и все тесто для формирования печенюшек уже готовое. Я беру 1 столовую ложечку теста, выкладываю в руку, формирую вот такой вот небольшой кружочек. И так поступаю с каждой печенюшкой. Формировать такое печенье – одно удовольствие, оно не липнет к рукам и очень податливое. Так, все, печенюхи налепили. Теперь отправляем в разогретую духовку выпекаться. Вот такая вот красота у меня получилась. Они очень-очень вкусные, а главное полезные. Попробуйте приготовить по этому рецепту, а также не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Всем пока!